кружится, падает. Но самое интересное то, что ровно год назад я наконец-таки бросил курить. Уже прошел целый год, и за это время я мог бы сэкономить большую кучу денег, как мне говорили. Ну, в принципе, да, если бы я в течение года откладывал по 100 рублей в сутки на сигареты, у меня было бы сейчас 36 500. Но этих денег, соответственно, я не накопил, благосостояние никак не улучшилось, но здоровье тоже обещали поправить. Здоровье якобы улучшилось, я уже должен немного лучше себя чувствовать в плане сердечной аритмии, у меня меньше риск заболевания раком должен стать. Ну, короче, от сердечного приступа я уже реже могу умереть, чем обычные курящие люди. Поэтому, если кому-то интересно, кто-то хочет действительно бросить курить раз и навсегда, просто берите это и делайте. Если вы не желаете, ну, берите, хотя бы попробуйте. Вот. Вам, возможно, понравится, возможно, нет. Мне лично понравилось. Я уже год не курю и собираюсь дальше не начинать. Вот. Чего бы хотелось вам пожелать? Да, успехов в этом трудном начинании. Прочитайте статью, которая будет в ссылке под описанием видео. Там в этой статье положительные моменты во время того, как вы бросаете курить от первого дня и до года. Все расписано популярно. Возьмите, попробуйте бросить. Положительные моменты в том, что бросил курить, сказались на нашей семье. Наша семья теперь полностью не курящая. Вот. Благодаря тому, что я бросил курить, стал больше времени уделять ребенку, больше времени гулять вместе с семьей в парке, заниматься разными интересными изобретениями скворечников, там, разных кормушек и всего остального. Ребенок рад, доволен. Ну, а это самое главное. Если вы планируете тоже бросить, планируйте это как-то побыстрее. Время идет, а мы, к сожалению, не молодеем. Всем, кому было полезно данное видео, ставим лайки, либо дизлайки, пишем комментарии, читаем описание к видео. И всем пока. Подписывайтесь на канал.